В минувшее воскресенье колокольный перезвон городского храма возвестил лабытнанцев о прибытии уникальной иконы. Это образ последнего царя Николая II. Его по заказу Салехардской и Новоуренгойской епархии написали мастера Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Второго такого в православном мире нет. Российский страстотерпец изображен в окружении святых покровителей Николы Чудотворца и Иова Многострадального. Эта икона написана в память о мученическом подвиге царской семьи. Она была освящена в расстрельной комнате в Екатеринбурге. Мы знаем о том, что в этом году столетие со дня трагической смерти царственных страстотерцев, и делегация Салехардской епархии принимала участие в царских днях, и вместе с владыкой мы прошли крестным ходом от Екатеринбурга до Каниной ямы вместе с этой иконой. И это вот есть уникальная возможность всем ямальцам соприкоснуться и быть сопричастным данным вот событиям. В ноябре икону Николая II провезли по всему Ямалу. Тысячи верующих людей могли поклониться образу. Лабытнанги стал последней остановкой крестного хода. Затем образ отправился в Надым, где будет находиться постоянно. Подробности можно будет узнать, посмотрев программу «Благовест», которая выйдет в эфире ЛТВ 13 декабря в 21:00.